Зарабатывать хорошие деньги мне помогает компания LTD Corporation. Благодаря новому инвестиционному плану можно заработать 100% чистой прибыли всего за 28 дней. План называется Bitcoin и предусматривает возврат вашего депозита в двойном размере. Например, вы вложили в этот план 15 тысяч рублей и в конце срока получаете 30 тысяч рублей. Также сейчас проходят различные акции, которые позволят получать дополнительные денежные средства на счет личного кабинета. Регистрируйтесь и не упускайте момент. Акция действует до 10 января. Друзья, мной было принято решение не пускать этих людей на Версус. Мертвая толпа. Больше никогда. Слива. Это спонж. Я сейчас спонж в салоне. Ноги черные. Все утро вот я снорклил. После снорклинга всегда хочется зайти в спонж салон. Друзья, сладкий хлеб, большая жопа прямо на мое лицо. Запомните. Сладкий хлеб, большая жопа прямо на мое лицо. Сладкий хлеб, большая жопа прямо на мое лицо. Вот такие, друзья, дела. Что? Какие у вас есть интересные вопросы? По поводу, может быть, снорклинга есть что-то интересное? Главное, всегда берите с собой коралловые тапочки. И, если есть возможность, приобрети себе снорклс наут. Снорклс наут лично меня выручает всегда. Я люблю снорклить, люблю снорклить. Привет, привет, привет. Нет. Хорошие у тебя вопросы в трансляции. Какие здесь вопросы? Привет, 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 привет. Когда треки сук? Скоро выходит треки сук. Ей, друзья. Ага. Династия на проводе. Они кружатся по комнате. Ага. Династия на проводе. Хлеб, большая жопа прямо на мое лицо. Сейчас я не об этом, что ты знаешь про любовь. Я все понял, что тебе до сих пор. О боги, они кружатся по комнате. Ага. Династия на проводе. Бульвар Депо. Если ты смотришь эту трансляцию. Если в Уфу провели интернет наконец-то, то, братишка, выходи на связь. Я слышал, что ты тусуешься на Ласке. Приезжай к нам в гости. Нормально покурим бонжиков. Поснорклим. Поснорклим снорклс наут. Я ему даже газировку передам. И возможно, манго. Даже манговую фанту да, тебе замутим. И спонжика тебе сделаем нормально. Вот, видишь, как приятно спонжика немножечко. Вот. А? Ну все, давай смывать. Все, спонжик пошел. Ну что, ребят? Я пошел смывать. Турень такой. А вы постарайтесь не шарить. Мое отсутствие. Потому что если кто-нибудь из вас будет шарить,
Я об этом узнаю. Приду к вам домой и заберу ваши коралловые тапочки. Тут уже, блядь, это не придет. Давай, мальчик. Здесь одеяло. Давай. Вверх запусти. Друзья, злая колдунья превратила мой надпочечник в лягушку. Что, друзья, поиски танцора начинаются вот здесь. Все наши ребята тут. Молчи. Все, у них концерт будет, ну. Да, по ежемесячных. 3 числа концерт ежемесячный в Питере. Глянотека. Там будет другой. Ну что, едем в Улан-Удэ. Едем 46 часов, поэтому, похоже, Новый год встречаем в поезде. Не знаю, будет ли связь, поэтому всех с Новым годом, друзья. Друзья, это ролик из серии «Гнойный взламывает хакера». Вы, наверное, видели видео, где хакер взломал мой смартфон. Сейчас я постараюсь взломать компьютер этого хакера с помощью удаленного доступа. У меня есть такой аппарат. Все, мы подключились через TCP/IP к его Netflix и скачиваем прошивки. Мы взломали хакера, и оказалось, у него на рабочем столе просто вот конвертик какой-то и непонятный номер. Наверное, нужно позвонить по этому номеру. Вот машинка, теперь появилась машинка. Все, хакер взломан. Антихайп. Хакер оказался неинтересным человеком. Все, что у него было на компьютере, это картинка конвертика и телефон, по которому я позвонил, это оказался телефон Сбербанка. И это была гифка. Гифка, изменяющаяся машинку. Все, хакер взломан. Всем спасибо. Годом, Гриша! С Новым годом, Гриша! С Новым годом, Гришка! Гриш Мула! Я прошу вас поаплодировать, поверьте, животному это приятно! Хотелось бы проверить, дорогие дамы и господа, в каком состоянии вы сейчас находитесь. И это будет очень просто, легко сделать. Братишка, тут не беляш. Сразу видит жида. Вот, друзья. Напиток богов, на котором только и может быть воспитан нормальный рэпчик. Вам кажется, происходит что-то странное. На самом деле нет. Девушке просто нужно фото, на которое видно окно, ногу и бухло. Писал. Друзья, вот гуляли с Владом Пьемом. В результате распродажи бисера. Теперь можно метать его перед свинкой. Чуть-чуть подальше. Подальше? Да.
Не знаю,